И здравствуйте, товарищи, с вами снова Сет, мы продолжаем проходить Dishonored. И в прошлый раз мы сделали эту лестницу. И теперь мы по ней поднимаемся к своим шмоткам, законно полученным. Ну, я не мог их не вернуть. Так, я слышу. Да, он прямо подо мной. И сердце, руна недалеко. Один из восьми, нифига себе их тут. Так, ну мои шмотки. К вашему снаряжению еще 30 метров, черт. Очень близко. Черт, она внизу. Я потом хрен сюда залезу снова. Надо было раньше об этом думать. Ладно, попробуем. Сломался все. Где она? Ведь я тут был. Главное, чтобы эти херни не проснулись. Если они проснутся, мне капец. Но я до туда не залезу, по-любому. Тут уж как ни старайся, но так запрыгнуть не получится. Нужно идти туда, а туда идти через этих проблематично. Хотя, если телепортироваться, в принципе. Вот он я герой прям. Можно было это и вне летсплей сделать, но... Ничего не поделаешь, такой уж я человек. Тупой. Мягко говоря. Ну да, это не страшно, вы меня все равно любите. Нет, не любите. Нет, любите. Ладно, тихо. Не нервничать. Мы просто идем вот сюда. Поднимаемся по этой чудесной, вызывающей доверие крепкой хрени и идем вот сюда. Почему сюда? Потому что туда было идти самое... логичное, а я действую нелогично. Таким образом я попадаю в тупик. Да. Так. Ладно, в крайнем случае перехватим его у рынка. Мои вещи тут. Если вы думаете, то, что я оставлю вас живых после того, что вы сделали со мной и с моими вещами, вы ошибаетесь. Я не могу ухватиться за... Ладно, будем надеяться, сам ухватился. Черт, мои вещи не здесь. Они в очередных 40 метрах. Где эти два, которые разговаривали? Чёртовы утырки. Каждый обходит меня у инженера. Тут у вас провода постоянно коротит. Охрененно. Пойду. Напьюсь. Вот, пью всякое говно. Читаем. Отрывки из дневника. Старый гром. Да, прочитали, отлично. Так, последнее. Карта, которая мне никак не поможет. Почему не могу на трубы залезть? Странно. Мне нужен пустой бак. А как они... Куда они делись?
Вопрос только в этом. Ваше снаряжение, это что ж такое-то? Так, изучаем еще раз. Тут у нас... Тут у нас не вижу перспективного я прохода. А, зато вижу этот. А, ну да, конечно, вижу я. Ну да, то есть вижу он дальше. Они вот тут вот стоят. Вопрос, как туда пролезть. Крысы есть? Крысы. Мыши, крысы. Животные. Блин, он вытекает прям. Как всегда, крыс нету, когда они так нужны. Я, ей-богу, не вижу. Сверху туда надо как-то попасть. Хорошо, сверху так сверху. Ой, попробуем поискать сверху. Так, не то. Так, ухватились. Дальше что? А, оно внизу. Что вокруг меня всякие говняшки летают? Хм... Вопрос в том, стоит ли прыгать. И ответ – не стоит. Думаю, я умру, если прыгну. Как бы пессимистично это ни звучало, конечно, но... Но, в принципе, другого выхода я и не вижу. Хм. Ну, залез я на эту трубу. Ладно, чё, будем прыгать. Я знаю способ не разбиться. Этот способ был ухватиться за хрень, которую я не увидел. Потому что я слепая корова. Ой, а вдруг меня в Индии смотрят. Конечно, в Индии по-любому меня смотрят, а я так про коров. Бля. Тяжело. Тяжело. Самое неприятное то, что постоянно лагает после загрузки. Секунды 4, 5, 6, 7. Все отлагало. Ну ладно, я знаю другой способ. Блядь. Ну а для этого надо было находиться на прямой траектории с ним. А он не хочет находиться со мной на прямой траектории. Смотрите-ка. Получилось. Мышка отвалилась, правда. Заметила. Так. Так, на китобойном судне. Хорошо. Так, продолжим. Спускаться вниз, да? Да, теперь мы эти снизу. Я так и не понимаю, почему зараженные чумой люди пытаются убить всех. Кроме зараженных чумой людей. Какие у них проблемы? Да кто тут так стонет? О, блин, да их тут дохренища. Я, конечно, смогу их всех перебить, это ведь всего лишь... Ты чё, меня заплевать решил?
могу в натуре, заплевать меня решили. Падла. Всех порву, козлы. А, они же скинули мои шмотки сюда, точно. Тварь. А, у меня нету лечебных зелий, нифига себе. Ну, во всяком случае, не было до этого момента. Не зря все-таки они советовали закупиться. Вот я и закупился. Мышки. Интересно, если бы я мало людей убивал, то здесь бы, наверное, у меня вообще сопротивления не было сейчас. Ну, как там говорится, чем больше людей вы убиваете, тем больше крыс. Чем больше крыс, тем больше плакальщиков. О, черт, опять я сюда пришел. Ну ладно. Так. Сохраняемся и... Фух. И бежим. А, твою мать. О, ни хрена себе крыс. Давай. Почему нет? Вот. Ни хрена себе, колючая проволочка. Чуть себе морду не зацепил. Так, тут я никого не убивал, в принципе, никого и не надо. К логову дауна. Ну серьезно, даут, это как даун. Если ты школьник, и тебе кажется это смешным. То есть мне. Мне кажется это смешным. Хе-хе-хе, логово дауна. Хе-хе-хе. А, здесь эти. Ну, гранаты, да, гранаты я не покупал. Ну что ж. Даут. Даун. Хоть я гранаты и не покупал, но все равно максимум. Патронов я накупил с лихвой. Туда мне надо. Ну что ж, для этого откроем. Что это было? Вот скажите мне, что это было? И почему тут столько гранат? Они что, хотят сказать то, что с этими чуваками хорошо гранатами сражаться? Как же долго-то, а? Слушайте. Блин. Это, короче... Аналог, если бы... Да, мы оба с тобой косые чуваки. Но в отличие от тебя, я в состоянии понять, что... если телепортируется к тебе, то надо бить. Крысы. Но много ли их тут? Вроде не очень. Ого! Они более зрячие, чем... Сволочи! Что я парюсь? Терять конечности. Вот это уже было зря. Ну?
Я сверху, так что я выиграл по-любому. И что это был за супер хитрый шоп? Ну я косоглазая хрень, конечно. Слушайте, ну что-то их до хрена тут. И в отличие от простых говномесов, они реально в состоянии убить вас. А самое обидное, то что я потратил на них до хренища хелс. Потов. А надо-то было всего лишь пройти сюда. Вы можете убивать всех, кто преградит вам путь, или же действовать скрытно. Ну, как вы видите, я выбрал первый путь. Я пытался пару там миссий скрытно выполнить, но ни к чему хорошему это не приводило. Так что... Так, смотрим. Нет. 86, руна. Стальной амулет 140. Что-то тут слишком тихо. Ну-ка, что у меня по хелспотам? Надо посмотреть. Предметы. 4 штучки осталось. Неприятно. Умение. Давайте улучшим. Нет, даже это не улучшим. Сейчас возьму эту руну и улучшим. Хочу руну. И вопрос. Я избранный, да? То есть... Ну, в какой-то мере. Под водой? Скорее всего, под землей. А, блин, сердце тут не работает. Так, ладно. Нет, сердце не здесь. То есть руна. Зато здесь есть веревочка. За стеной. Обязательно. Куда же мне столько счастья? Веревочка, что? Кто же мне даст веревочку целую, чтобы подняться наверх? Да, она, наверное, в стайне находится. По-любому встань. Ни хрена себе вас тут. Да вы заколупали. Просто в мясо. Мне нравится эта обилка. А если вдруг вышел, то мы добьем. Хеллспот, отлично. Черт. Придется обычным методом. О, блин, у них трофеи, болты. Посмотрим, где враги. Хм,
Подносик. Поднос по-разному стоит. 150, 175. Ну что ж, товарищи, я думаю, мы начнем с этого момента следующим летсплеем. Пока, если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Сет. До свидания.